Нет причин, чтобы не закрыть или подчинить. Государственный контроль назвал 17 госучреждений, существование которых, по сути, не имеет смысла. Свой анализ госконтроль сделал по просьбе государственной канцелярии. Ревизоры определили, что нет никаких препятствий для организации или ликвидации почти двух десятков маленьких госструктур. В списке один институт, один музей, один совет, две инспекции, два бюро, два агентства, три центра и пять администраций. Профиль деятельности широкий. И распределение средств на кино, и расследование ДТП, и продвижение латышского языка, чем только не занимаются наши госслужащие. Причем в 14 из 17 ведомств указали, что их деятельность приносит большую пользу обществу. Правда, у госконтроля на этот счет есть сомнения. Впрочем, как указал сегодня глава госканцелярии Янис Цитковскис, скопом закрывать не будут. По каждому ведомству идут отдельные переговоры. Например, с Минфином обсуждается возможность присоединить инспекцию по надзору за азартными играми и лотереями к службе госдоходов.